PlayStation в 2012 году стал не просто уже блок-платформой, это целый блок-портал. Там есть и казахскоязычный спецпроект Кпум, так и есть и полноценное онлайн-интернет-телевидение YVTV. То, что в этом году запустилось уже с набором из 300 роликов. Что, радует? Так точно, сэр! Division стал главной дискуссионной площадкой по всей стране. То есть то, что сейчас обсуждается на Division, это в тренде те поправки в закон, которые принимаются по авторскому праву. Это направление будет продолжаться. Любые законопроекты, инициативы, то, чем народ недоволен и возмущен, будет попадать туда и обсуждаться именно там. Глаз народа можно услышать вот оттуда, именно оттуда. То eVision – это национальная площадка. Все регионы представлены, блогеры из всех точек страны есть здесь. И мы можем услышать, что происходит на Западе, когда у них там наводнение случается, какие-то катаклизмы и так далее.